Лето. Долгожданная пора отпусков и школьных каникул. Пляжи заполнены счастливыми отдыхающими с утра и до позднего вечера. О том, как обеспечивается безопасность на водоемах области, будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь к диалогу. Александр Иванович Сельмашок, председатель Гомельской областной организации «АСВОД». Родился в 1955 году в Реческом районе. В 1975 году окончил Саратовское высшее военно-командное училище внутренних войск МВД имени Феликса Дзержинского. Продолжил обучение в военно-инженерной академии имени Куйбышева. Прошел все должности – от командира взвода до командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Республики Беларусь в Гомеле. Награжден орденом за службу Родине 3-й степени, 15 медалями СССР и Республики Беларусь. В 2005 году возглавил областную организацию «АСВОД» и на протяжении 10 лет служба занимает лидирующие места в республиканском соревновании. На вопросы, которые касаются мер профилактики несчастных случаев на воде, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 80232-77-68-45. Александр Иванович, спасибо, что нашли время, чтобы прийти к нам сегодня. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, телезрители. Лето, пока нас балуют жарой. Скажите, пожалуйста, погода добавила работы спасателям? Какова ситуация сегодня на пляжах области? Ну, погода, как всегда, добавляет работы не только спасателям, но и труженикам села добавляет, и всем остальным. И сегодня, как, кстати, такая погода, пик жары. К счастью, сегодня мы можем констатировать тот факт, что пока спасатели на тех объектах, которые за нами закреплены, справляются, можно сказать, так, стопроцентным результатом. На сегодня все пляжи, которые, значит, оборудованы и стационарными спасательными станциями и постами, временными в том числе, выходят на службу в полном составе. Где-то мы применяем и более усиленный вариант. И полностью работаем. Увеличили время работы, значит, нахождение более позднее время, там, где когда начинает немного жара спадать, и люди еще больше появляются на пляже отдыхать. Поэтому вопрос о том, как себя ведут. Только в этом. А сколько всего спасательных станций и постов у нас в Гомельской области? На сегодня АСВОД, он финансируется с областного бюджета по спасательной службе. На сегодня у нас 15 спасательных станций и 18 спасательных постов. Из них есть сезонные, которые мы открываем с мая по 31 августа. Есть постоянно действующие. Ну, в общем, в комплексе смотрим на эту проблему и решение ее. А арендаторы успели создать спасательные посты за минувший год? Да, вот это вопрос интересный, конечно, и на него можно недолго останавливаться и много говорить. Но вопрос в том, что, понимаете, арендаторы водных объектов, как-то они у нас, в нашем государстве, объекты взяли в собственность, ну, в аренду, а вот обеспечить безопасность, про это почему-то забыли. И мы вот в третий год тут местные органы власти пытаемся все это привести в соответствие. Многие создают и идут навстречу и так дальше. Хотя вопрос-то еще жестко и жестоко. Без спасательного ведомства поста, который должен обеспечивать безопасность, аренда не должна быть и так дальше. Поэтому сдвиги есть в лучшую сторону. Как житель областного центра хочу сказать спасибо городским властям, потому что пляжи, мне кажется, в этом году подготовлены очень тщательно и задолго до начала купального сезона. И мне кажется, что официальных мест отдыха у нас предостаточно. А тем не менее люди гибнут и гибнут часто в каких-то совершенно немыслимых местах, да, в мелиоративных каналах, в котлованах, в пожарных водоемах. Скажите, какова ситуация по запрещенным для купания местах? Неужели население наше не знает, что, собственно, купаться здесь нельзя? Или так легкомысленно люди относятся к своей жизни? Как вы считаете? Ну, знаете, ну, во-первых, наверное, все-таки связано с менталитетом населения. Это раз. Второе, это вот эта вот законопослушность или разрешенность, где хочу, там и как это и ворочу, вот это приводит к большим проблемам и большим бедам.
Вы правы. На сегодня то количество пляжей, которые вот есть на сегодня, они в больших и крупных населенных пунктах, городах, районных центрах по большому счету обеспечивают нахождение и купание более безопасное, понимаете, с присутствием спасателей и так дальше. Вопрос больше стоит вот в всех этих маленьких, значит, поселках, деревнях, там, каких-то, значит, как вы говорите, каналах, водоемах. Вот это на сегодня проблема. Ее, конечно, нужно решать всем миром, по большому счету. Ну, возле каждого канала не приставишь спасателя, не приставишь милиционера, который бы ситуацию контролировал. Скажите, ну как ведется патрулирование запрещенных для купания мест? Ну вот мы посмотрели статистику последних лет. Это было, кстати, это не этого года такая идея. Мы посмотрели, она и сразу в глаза бросается. Количество утонувших и места утопления, оно соответствует вот тем, что, скажем, пляжи, где снесем службу, значительно меньше утоплений, можно сказать, даже и нет утоплений. Поэтому здесь мы вышли и с предложением, здесь и местные органы власти поддержали, и сами даже в некоторых местах предложили все-таки уйти и пойти вопросом рейдовым, хотя бы вот этот период летний, понимаете, там 2-3 месяца, попробовать вот новый вид, дополнительный, все-таки рейды, посетить те места, где, ну, как говорят, не наступала нога человека, понимаете, а люди все-таки там отдыхают. И на сегодня пока вот я считаю, что результат есть. Хотя сказать, что так уж сильно много и там и так дальше, я могу сказать. Соответственно, здесь все-таки есть много вопросов. Не хватает людей. Во-вторых, это как рейд организовать, если, например, спасатель должен сегодня дежурить, завтра отдыхает, послезавтра снова дежурить, и как его привлечь к этому? А места надо знать, где находятся. Ну, в общем, это масса проблем, хотя, в принципе, она решается. В некоторых районах и совсем неплохо решается вот, в нашей Гомельской области. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. У меня скорее не вопрос, у меня скорее благодарность. Я вот житель 5-го района, советский, то есть у нас тут вот пляжи, один и второй в этом году открылся. Вот сегодня была на старом пляже. Очень понравилось благоустройство его, что пляж чистый, что есть место для купания детям, то есть отведенное именно, чтобы за буёчки там не заплывали они. Это вообще отлично. Вот, то есть детки там купаются, ты за ними смотришь, и все отлично. Также есть катамараны, мне нравятся, и лодки. Даже, представляете, даже провели питьевые фонтанчики и сказали, я вот подходила на пост, можно ли пить из них, сказали, что это прямо проведенное... скважина какая-то пробитая, да, и что можно даже водичку пить, и свежая, и прям даже вот так вот с собой воду, бутылки не надо брать, ничего. Вот, и также очень хочу выразить благодарность сотрудникам, которые работают на посту, потому что очень много людей, которые пытаются заплыть за буйки, но там же, ну, как бы, ну, то есть они заблаговременно оповещают своих через свой громкоговоритель, что не заплывать за них, и очень, я бы сказала, очень организовано это все. Это вот пост, ну, в 5-м микрорайоне, наверное, Любенский какой-то пост, я не знаю. Вот. Спасибо это большое. Просто... Спасибо за ваш звонок. Я думаю, что очень приятно слышать такие отзывы о работе своих сотрудников. Да. Хорошего вам отдыха. Спасибо большое. Ну, наши корреспонденты, кстати, минувшие выходные тоже провели на пляже и с пользой для дела. Выслушали мнение отдыхающих. Давайте посмотрим. Как бы все нормально. Мы сегодня первый раз приехали сюда. Нам очень понравилось. Туалетов нету. Биотуалетов. Развлечений, чтобы рядышком было, можно, ну, детям сок купить. Это только алкоголь. Сервиса не хватает. Побольше площадок для детей. Побольше турничков, там, зонтиков. Лежаночек вот. Нету лежанок. Бочки с квасом холодного. Хотелось бы что-нибудь попить. Всего хватает. Песочек, солнце, все хорошо. А со стороны Освод в должной мере обеспечивается безопасность? Я думаю, что да. Угу. Почему так думаете? Ну, во-первых, они плавают на лодках, смотрят, осматривают тут все. Угу. Значит, милиция дежурит со всех сторон. И так, я смотрю, они контролируют. Ну, в принципе, нормально. Следят.
контролируют. Хорошо, хорошо. Ну, может быть, даже отлично. Малейший кто-то выплывет, то есть уже сразу асфальт подъезжает, либо тебе уже сообщают о том, что ты нарушил, по громкоговорителям, по микрофону. Уровень безопасности достаточно высокий. Мы уже много лет здесь отдыхаем, и пока ничего такого плохого не было замечено. Если что-то было, то всегда на помощь сюда приходили вовремя. Как думаете, чтобы обеспечить максимальную безопасность, что нужно? Максимальную? Людям надо рассказывать о безопасности. Чтобы население как-то придерживалось каких-то норм и правил поведения на воде. И чтобы меньше мусорили, это понятно, потому что мусора за каждым не уберешь. Вот. Ну что, может быть, зону отдыха больше расширить, как бы контролировать ее со стороны соответствующих органов. Вообще нужно быть внимательным самим родителям смотреть, потому что все равно людей много, и что за всеми усмотришь, тоже же нет. Больше внимания взрослых, чтобы они смотрели своих детей, меньше алкоголя. Ну, я считаю, много людей смотрят телевизор. Возможно, было бы уместно, ну, больше показывать, что нужно соблюдать безопасность, то есть по телевизору. Сам себя в первую очередь надо глядеть. А там уже спасатели. Да. Александр Иванович, ну вот как мы видим, сознательные отдыхающие попались нашим корреспондентам. А когда приходится спасателям делать какие-то замечания им, люди также лояльно к этому относятся, прислушиваются или бывают какие-то конфликтные ситуации? Вы знаете, вот этот сюжет, который показал, по телевизору показали, ну, я рад, что столько много сознательных отдыхающих, но, честно вам скажу, к сожалению, не все так, значит, на сегодня. И мы вот подводим итоги по понедельникам планерка, я выслушаю все доклады, то встречается во всех докладах примерно одно и то же, понимаете. Заплыл за буи, не подчиняется, что же с ним делать? Или лег на матрас, взял с собой ребенка и плавает на глубине, понимаете? И сколько ему замечаний не делай, и отец, и ребенок не умеет плавать. Так что такие случаи встречаются, и они, к сожалению, присущи, имеются. Поэтому вот спасибо всем, кто нас поддерживает, в принципе. Но я бы хотел бы обратиться, чтобы вот больше таких было отдыхающих, сознательных и... Тогда мы все вместе с этим бедой белорусской и не только гомельской справимся, понимаете. А то, что беда, это беда. К сожалению, на сегодня мы имеем 19 человек утонувших. Это по итогам года? Нет, по итогам полугодия. 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 И из них четверо детей. Статистика, конечно, ну, она есть как статистика. Если брать там, в прошлом году, то это значительно неплохой результат. Он гораздо лучше, чем в прошлом году. Но каждая смерть – это смерть. Это трагедия. Это трагедия для семьи. Для... Спасибо. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я могу задать вопрос, да? Конечно, задавайте. Скажите, пожалуйста, вот напротив стадиона за корпусом мединститута такая прелесть. Все в надлежащем порядке. Там озеро сделать, дорожки уложены. И просто прелесть. И отдохнуть, и просто пройтись, посидеть. Все отлично. А когда такой порядок будет на бесхозном озере по периметру улиц Карастояновой, Гастелло, Народного ополчения? Вопрос по благоустройству мест отдыха. Ну, озера, я так понимаю, что эти не для купания. Ну, вы знаете, вопрос, я понял, о чем идет разговор. Значит, ну, тут надо несколько разделить вопрос, скажем, не все ведь озеро и не любой водоем можно там купаться, отдыхать и так дальше. Я, например, тоже противник, чтобы на каждой, как говорят, луже можно было купаться и так дальше. Есть места отдыха населения воды, где можно, значит, иметь дорожки, красиво благоустроить и отдыхать, дышать свежим воздухом и так дальше. Не обязательно надо лезть там в воду и там этот... Во-вторых, еще вода неизвестна какая и так дальше. Ну, а вопрос по благоустройству, да. Ну, а вот в этом вопросе он этим не занимается. Мы обеспечим только безопасность на тех местах, где нам определит государство, госполком, и мы там несем службу. Но вот, наверное, вопрос этот услышал не только, там, скажем, я, наверное, и другие. В основном все пляжи у нас коммунальной собственности, государственные. Там есть, значит, и другой собственности, там вот, кто в аренду взял и так дальше. Но так, в принципе, все пляжи, которые находятся в коммунальной собственности, они все благоустроены и обеспечены тем набором необходимых.
Может быть, кто-то лучше, хуже, но в крайнем случае необходим набором всяких беседок, туалета, все остальное сегодня соответствует. Спасибо. Давайте продолжим. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, каковы основные причины несчастных случаев на воде? Ну, причины, они, понимаете, когда вот беда случается, там, вот, ну, скажем, вот 19 этих, которых у нас случилось, их можно разложить по полочкам, о чем мы и все эти делаем, чтобы анализировать причины, куда обратить внимание и так дальше. Если вот все эти 19 на сегодня разложить, то получится, что причин, то примерно там, ну, 3-4, основных две причины больших. Это первое, это употребление. Как ни прискорбно говорить, ну, значит, в процентном отношении, это вот из 19, это если детей оттуда как говорится, убрать, это остается 15, 80% это связано с алкоголем. Ну, это особенность, это, как вы говорили, вот, да, что это, для наших граждан отдых связан, да, с приемом горячительных напитков. Иначе и это не контролирование своего поведения и так дальше. Ну, а вторая причина, это все-таки надо учить и себя, и своих детей, и окружающих. Все-таки вот здесь вот сюжет был, когда один сказал, что самое главное – это в себе, понимаете, выработать вот этот систему, помните, самообеспечения, понимаете, и безопасности, тогда уже может, да, и какие-то вопросы связанные. У нас, к сожалению, этого нету, понимаете. На сегодня частично нету. Может быть, вот сегодня есть такая информация, что с Нового года добавляют в часы ОБЖ и меры безопасности на воде, не только там другие вопросы, больше все-таки, наверное, школам, там и другие вопросы, которые войдут туда, будет, может быть, с детства надо все-таки приучать более относиться к своей жизни более не так беспечно, как на сегодня. Продолжим эту тему. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Хотел бы задать вопрос про мамонтов. Пожалуйста. Можно говорить, да? Да, конечно. Алло, здравствуйте. Кармянская сосательная станция. Мне, вы вот, Александр Иванович, сказали, что вот нехватка людей, вот Кармянская спасательная станция, вот хочет задать вопрос. Вот за время работы Хлыщенкова Павла Николаевича уже более 40 человек сменилось, и вот люди желают пойти на станцию и работать. И в этом году вот уже опять увольняет человек беспочвенно. Как быть дальше? Люди с удовольствием хотели бы... Спасибо за звонок. Александр Иванович, я понял вопрос. Разберитесь, да, пожалуйста, это я могу и ответить прямо в эфире, здесь никаких особых проблем нет. У нас некоторые станции, такие, скажем, особенно вот, скажем, маленькие станции, к которым мы относим станции второго разряда, там, которые сложно укомплектовать, все-таки население мало, все-таки водолазов подобрать, обучить их, мотористов и так дальше. Это есть своя сложность. А с другой стороны, есть еще и некоторые вопросы в кадровом вопросе, запущенности. Ну, все, вот, мы вот например, в этом году набрали больше 100 человек, сезонных матросов-спасателей, которые мы вот открываем сезонные посты. Вы представляете, это часть тех людей, которые находились без работы, которые многие из них прошли через центры занятости. В некоторых уже негде даже печати ставить, трудовых книг. Они к нам приходят, и мы, ну, где вынуждены, где не вынуждены, берем на работу. Поэтому тут кадровый голод, он есть, и хотелось бы, конечно, не ошибиться, подобрать, потому что таки одно дело работа, когда ты там подметаешь улицу, другое дело надо человека спасать. Поэтому взять, кого попало, не проверив, это сложно. По Кармянской станции, да, проблема есть, мы никак не можем ее укомплектоваться. Значит, по разным причинам до конца. Значит, ну вот будем смотреть, может быть, тут какие-то другие новые веяния. Там, тем более уже сочинение, это пятый указ президента, он тоже свою роль играет. Понимаете. Тут всякое может быть. Значит, если раньше за употребление можно выговор объявить там, и так дальше, то сегодня однозначно пришел с запахом или не работаешь, ты что, спасателем, никто на тебя смотреть не будет и жалеть, ты сразу будет. И уволены, и так далее. То есть даже такие случаи? Да, даже такие случаи. Так что мы живем не на этом, не на Луне, мы живем с теми людьми, которые сегодня и отдыхают, и которых надо и спасать, и жить, и живем вместе с ними. Насколько жесткие требования, скажем так, к кадровому составу?
В принципе, требования, как и везде, на работу принимают, но, скажем, медицинскую комиссию у нас они проходят немножко по-другому. Повышенные требования все-таки к спасателям. Мы направление даем, понимаете, и так далее. Без заключения врача мы на работу не берем. Однозначно, понимаете. Значит, ну и собеседование, вплоть того, что если надо, встречаемся с участковым, встречаемся с родителями, приглашаем там соседей и так дальше. То есть идет такой отбор, как говорят, ну, строгий и серьезный. Спасибо большое. Далее предлагаю посмотреть сюжет о том, как обеспечивается безопасность, какими силами и средствами это делается. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба, не оставляйте малолетних детей у воды одних без присмотра. Контроль и собранность по 12 часов в сутки, готовность прийти на помощь и в зной, и в холод – это даже не работа. Для большинства спасателей – это призвание. Сегодня в штате Гомельской областной организации «Освод» около 400 сотрудников. Подавляющее большинство – профессиональные спасатели. Понравилось общение, люди, помогаю обществу. Ну а есть такие, которые все-таки нарушают, их заплывают за буйки? Да, случается. Предупреждаем. Если не реагируют, тогда вызываем наряд. Забирают. Каждый год количество посетителей на пляжах только увеличивается, поэтому в «Осводе» продумали все до мелочей. Там, где имеются спасательные станции, посты всегда способны оказать квалифицированную медицинскую помощь. Под рукой нужное оборудование, лодки, жилеты, круги. Дневной дозор посменно осуществляет дежурная группа. На воде буйками ограничена территория для купания. Имеются зоны для детей. Сделано все, чтобы не допустить возможной трагедии. То есть, если мы наблюдаем, когда человек ведет себя таким образом, это может закончиться трагедией, его стараемся предупредить. Вот предупрежденных таких несчастных случаев с начала года 2041. И 814 из них это именно с несовершеннолетними. С начала года в Гомельской области жертвами беспечного поведения на воде стали 20 человек. Причины, конечно, разные, но в большинстве это нелепые трагедии, которые можно было избежать. Например, смерть четверых подростков. Только на реке Ипуть два случая утопления за неделю. Как всегда, детей потянуло на стихийные пляжи, водная акватория которых в большинстве случаев опасна и непредсказуема. Можно сколь угодно долго говорить о возможности или невозможности, да, постоянного контроля за 15-летними, 16-летними подростками. Ну вот, но в любом случае практика показывает, что именно если бы за ними осуществлялся присмотр, надлежащий контроль, этих несчастных случаев можно было бы и избежать. Помимо случаев утопления, в этом году наблюдается и рост травматизма. Из-за слабого разлива весной и изнуряющей жары летом, сегодня на реках Гомельской области низкий уровень воды. Не зная дна, люди ныряют и получают переломы, порезы и другие травмы. Все это нередко подкрепляется употреблением алкоголя и заканчивается печальными последствиями. К примеру, как на озере Святое в Рогачевском районе. Из-за нетрезвого водителя гидроцикла погиб судоводитель моторного катера. Первое маломерное судно столкнулось со вторым на полном ходу. Два пассажира водного мотоцикла и водитель были госпитализированы. Там нарушений было очень много, и совокупность этих нарушений от разных людей привела к тому, что произошла авария, аварийный случай с погибшим человеком, а погибших могло быть и больше. Повезло тем, кто был виновниками этой аварии, что они сами находились в жилетах. Наличию спасательных жилетов у отдыхающих уделяется особое внимание. Госинспекторы по маломерным судам строго следят за этим во время плановых рейдов. Инспекция по маломерным судам. Проверка документов. За один час патрулирования 4 нарушения. В основном отсутствие техосмотра, бортовых номеров и судоводительских удостоверений. Государственная инспекция по маломерным судам. Госинспектор Куделин. Не вижу номеров на вашем судне. Они начали. Вчера только купили. Вчера купили. А вы знаете, что на момент, значит, лодка должна быть зарегистрирована в течение 30 суток с момента приобретения. И эксплуатировать ее в течение этого времени нельзя. Однако все же настоящая головная боль и спасателей, и инспекторов – это гидроциклисты. Они часто заплывают в зону, где купаются люди, мешают отдыхающим и совершают опасные маневры, в том числе и для самих себя. Сколько я уже обучил групп в этом году и в прошлом вместе с Меркуловым, все меньше и меньше владельцев гидроциклов приходят учиться на права. В борьбе за безопасность хороши многие методы, но самое эффективное – это повышение сознательности населения, ответственность за себя и чувство самосохранения. Лишь эти стражи способны примирить враждебность воды.
Вы смотрите «Диалог». Сегодня у нас в гостях председатель Гомельской областной организации спасания на водах Александр Стельмашок. Мы принимаем очередной телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим от отдыхающих с Любинского озера. У нас в прошлом году и все годы был акулич такой, да? Вот это самый начальник. Он очень, конечно, добросовестный, мы отзывы хорошие на нем писали. Он очень хорошо относился к своим обязанностям и лекции читал, и детей следил за каждым ребенком. Сейчас ребята, конечно, ведут службу, но не так бдительно, как были те годы. Они, смотрю, там сидят, зашились, и даже, мне кажется, и на водичку так не посматривают. Но вот жаль, что ушел от нас такой ценный работник. Мы очень жалеем, что его нет. Собаки у нас появились. В прошлом году, те годы, собак у нас, где дети отдыхали, собаки у нас не купали. Сейчас проскакивают и собачки, вот, и пьют люди. Вот я была на речке вчера, смотрю, пьяных очень много. Это настораживает. Идут, купаются при мне. Муж, ну, женщина с мужчиной отдыхали, они пьяные были просто в дрободен. Ну, ваши ребята этого не видят сейчас. Очень жаль. Спасибо вот. За звонок. Александр Иванович, уполномочены ли спасатели припроводить нетрезвых отдыхающих с пляжа? Ну, да, немножко ответим на вопрос, как говорится, телезрителя. Ну, Акулин никуда не ушел, как так вот волнуется отдыхающий. Он ушел. Видите, приобрел он остался в осводе. За время он, работы. Да, он, скажем так, на более высшую должность ушел. Он занимается и обучением других, и остальных. Поэтому здесь уже, так говорится, зацикливаться на одном не нужно. Другое дело, что значит, мы поправим, если там есть какие-то проблемы по Любинскому озеру, здесь есть замечания. Ну, там пока, в принципе, на наш взгляд, пока работа нормально идет. Ну, приняли на работу молодого, поэтому я думаю, что годик-два он тоже таким станет ответственным и так дальше. Вот вторая часть вопроса, как здесь вот женщина сказала, это и пьяные там, и так дальше. Здесь, знаете, все-таки от освода тоже много нельзя спрашивать, вот особенно за этих пьяных. Ведь даже удаляя людей за выплывшие за буи там, или купаясь в неположенных местах, там, запрещенных на свод, он, в принципе, это государственная общественная организация. Прав-то особо таких и нету. Это не милиция, понимаете, это не МЧС, которая наделена государственными правами и так дальше. Поэтому здесь есть вопросы в этом. Наша работа-то только, скажем, состоит это в уговаривании, значит, в беседе, понимаете, и так дальше, чтобы человека. Поэтому так и с пьяными такая же самая картина. Поэтому там, где есть и нужно вмешательство милиции, мы обязательно вызываем наши работники и вызываем и так дальше. Поэтому ну, вот всем миром с этим нужно бороться. Поэтому, конечно, вот женщина видела, конечно, если их одних оставить около воды, то неизвестно, в какую сторону они пойдут. По земле домой пойдут, или пойдут в воду и не вернутся. Поэтому тут надо с этим не наблюдать, таким посторонним наблюдателем быть, а тоже участвовать в этом деле. Может быть, надо было милицию вызвать. Да, ради Бога. Поэтому тут надо всем миром. Я еще раз возвращаюсь к этой теме. С этой бедой только всем миром можно будет, если это бедой называть. Спасибо. Вот сейчас давайте к тому перейдем, что точно можно называть бедой. 4 ребенка погибли в Гомельской области на водоемах. Это дети, которые сами, без присмотра взрослых, отправились купаться, да? Ну, вот 4 ребенка, они все, как говорится, на слуху. Всех мы нашли. Значит, кого-то искали больше, кого-то меньше. Значит, вот по ипоте первому ребенку, даже здесь там участвовали местные жители. Спасибо им, там мы 4 дня там, значит, отработали водолазами, поэтому. Но тут весь вопрос, понимаете, в чем? Ну, 4, например, одно утопление произошло все-таки с родителями вместе. Понимаете, здесь ну, полное такое, как бы, ну, стечение обстоятельств, можно сказать, трагедия для них то же самое, понимаете. Девочка взрослая, уже 12 лет все-таки, и так дальше.
Это то, о чем мы с вами вот перед началом программы говорили. Все-таки спасательные жилеты, это не зря он называется спасательный жилет. Если бы вот у всех этих четырех детей был одет спасательный жилет, то они все были бы живы. Я вот вам скажу то, что видела лично сама на выходных. На пляже очень много детей. Детей самого раннего возраста. Детей, которые только научились ходить и которые уже в воде. Спасательных жилетов, нарукавничков не было ни на одном ребенке вот в поле зрения, так рядом. Наверное, родители думают, что в таком оживленном месте под их присмотром ничего не случится с ребенком. Но я думаю, что спасатели хорошо знают по такому печальному опыту, что достаточно только маме отвернуться. И может быть что угодно. Да, вот я уже так не называю, как говорится, ни фамилии, ничего. А вот по девочке, которая для нас тоже трагедия была, вот семья приехала отдыхать, и мать, и отец, и так дальше. Девочка 12-летняя на матрасе над уном. И надо же такое беде случиться. Вот кажется, СОЖ там. Сегодня можно по нему перейти чуть не в любом месте. Понимаете. Они начали отдыхать и плавать. Выбрали 7 метров глубина ямы была. Понимаете. Вот захочешь найти такую глубину, на сажение найдешь. И в этом месте, надо же, девочка соскользнула с матраса и сразу же ушла под воду, и все, и с концом, понимаете. Ну, а так не умела плавать или умела. Даже тут все вопросы, еще как и состояние тоже тут стрессовое и так дальше. Поэтому тут вопрос этот. А вот эти три, мы их ребенка называем, но там есть и 12, и 15-летние. Ну да, это ушли без присмотра, скажем так, это одна причина. Вторая, все-таки 15-летние, это все-таки уже вполне ответственные дети и ребята, которые должны все-таки знать, как, что и почему. И, конечно, гуляя по реке, нас некоторые стесняются даже, скажем, одеть спасательный жилет. Конечно, в таком возрасте. В таком возрасте, понимаете. Нет, да. Никто мог подумать, что он шел-шел по Ипути, где по щиколотку воды было, а тут яма раз, и ушел, и не успел даже и крикнуть, понимаете, спасите, понимаете. Поэтому тут еще раз я хотел бы обратиться, все-таки не игнорировать вот то, что призывается всеми. Все-таки если есть вода, есть возможность все-таки иметь под рукой спасательные средства, они должны быть. Не так вот, как здесь был сюжет в лодке, значит, нету спасательных жилетов, а некоторые жилет лежит в лодке, а он без жилета. Ну и что от этого? Лодка в одну сторону, а он в другую. И там спрашивают, зачем жилет нужен? Поэтому тут есть вопросы в этом, поэтому я всех призываю все-таки быть внимательным и осторожным в этом отношении. Ну а вот про детей, к сожалению, так. И повторение произошло второй раз тоже, и путь такая же самая картина. Коварная, в районе Ларищева тоже дети ушли, и тоже без присмотра, и тоже трагический случай. Поэтому здесь вот... Будьте бдительны, дорогие родители. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе. 77-68-45, номер телефона в студии. Обсуждаем меры профилактики несчастных случаев на воде. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о деятельности областной организации «Освод» и готовы выслушать очередного нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Это вас беспокоит житель города Гомеля, возле Ледового дворца. Вот есть озеро. Не помню точно название его, как-то по-разному называют. На пересечении улиц Мазурова и Бородина ТС. Так, и вот на этом озере как бы купаются люди. Пляжа обустроенного нету. И, как бы вам сказать, даже таблички нету, что здесь купаться невозможно. Я как-то сам попробовал купаться там. Ну, опасное место для купания. Во-первых, ключи бьют из воды. А людей купается масса, очень много купается. Ну, может, как бы такая просьба, что, ну, хотя бы одного там лодочку какую-нибудь пустить, что, ну... Угу. Детей очень много. Ну, спасибо пускай лодочка большое. Там спасателем поплавает. Спасибо, что подняли этот вопрос. Александр Иванович, запрещено или разрешено купаться в этом месте? Ну, я понял, о чем разговор идет. Это озеро называется, кстати, у него название такое устрашающее, Бурое болото называется.
И оно делится на две части, этой дорогой к Лоледово. Одна часть идет сюда к новому микрорайону, а вторая в частный сектор. Перед началом купального сезона мы этот вопрос рассматривали. Здесь и администрация центрального района заинтересована была и есть, понимаете. К сожалению, в начале передачи мы на эту тему уже разговаривали. Все-таки на каждый водоем спасателя не поставишь. Это первое. Второе, все-таки это Бурое озеро на сегодня, оно не готово быть той зоной отдыха, где люди могут отдыхать, купаться. Ведь у нас по-разному понимается, что такое отдыхать и купаться, понимаете, или плавать, понимаете, или рыбу ловить. Да? А почему нет обозначающих каких-то знаков? Вы знаете, там есть обозначающие знаки. Да, это может быть там, вот, где новый микрорайон, где новую дорогу открыли, там съезд такой есть, и там стоит, знаете, купание запрещено, знак стоит. Он стоит еще с прошлого года. У нас, кстати, там в прошлом году было утопление, и в этом году мы уже там нашли человека, который остался из зимы утонувшим, вот там Следственный комитет разбирается, как он там оказался. Поэтому там, на самом деле, само это озеро не совсем хорошее и в прямом переносном смысле. Ну и есть еще раз такая информация, что все-таки там вода непригодна для купания. Хотя там ключи есть, но там все-таки раньше была свалка, значит, до того, как строился этот микрорайон и так дальше. Поэтому тут я еще раз возвращаюсь к этой теме. На сегодня это запрещенное место для купания. Но у нас как народ? Нас могут раздеться и повесить одежду на знак, где написано «купаться запрещено». Да я говорил о том, что менталитет. И сказать, я сегодня, загораю. Да, и так далее. Поэтому если там купаться запрещено, значит, и не нужно туда ходить. А так, вот пока такая ситуация. И, значит, не зря в этом осводит пословица, как все говорят, дело рук своих утопающих, кажется, в спасении. Это вот тот случай, когда на сегодня такая есть. Лодка там поставить, ее можно поставить, но, во-первых, огромное озеро, большое, это смысла такого нету. Она никуда ничего не успеет и ни с кем ничего не справится. Там все-таки нужно организовывать службу, не просто лодку поставить, и вот на тебе, купайтесь там и так дальше. Поэтому запрет там законный, и, спасибо большое, и он должен действовать. Спасибо за разъяснение. Уважаемые жители микрорайонов, родители, пожалуйста, поинтересуйтесь, где ваши дети отдыхают. Пускай проедут на центральный пляж и в хорошем, безопасном месте проводят время. Работа Гомельской областной организации «Освод» на протяжении нескольких лет достаточно высоко оценивалась в республике. Как вы считаете, что дает основание для такой высокой и приятной, я думаю, для вас оценки? Ну, во-первых, это, наверное, люди, те, которые работают в «Осводе». Те, которые... Как бы сказать, что большая зарплата там из-за большой, я вам однозначно скажу, что она у нас не очень большая, даже по тем меркам и белорусским, как говорится. Это те, которые любят воду, которые, значит, всю жизнь, может быть, даже у нас есть, которые 35 и 40 лет отработали в «Осводе» и так дальше. Поэтому это первые кадры, понимаете, это раз. Во-вторых, тут, наверное, все-таки это вот гомельская, понимаете, этот характер и так дальше, быть первым. И у нас и есть такие соревнования между областями, понимаете, негласные, понимаете, между председателями и так дальше. Поэтому, я думаю, вот с этим связано. Тем более, у нас оценка идет разная, не только утопление, там есть и разные, и 10-15 этих всех позиций. Угу. Александр Иванович, спасибо, что нашли время, чтобы прийти к нам. Желаю вам оставаться первыми и лучшими в стране. Конечно, желаю, чтобы лето прошло хорошо, спокойно для всех. Спасибо. Сегодня гостем нашей программы был председатель Гомельской областной организации «Освод» Александр Стельмашок. Желаю вам хорошего отдыха. До свидания.